Я знаю, как Украине победить. Вот у них же сейчас очень много оружия, особенно с Европы. А Европа, особенно НАТО восточная, они же все свое оружие уже на Украину отвезли. Так может, имеет смысл им пушки повернуть и всей армией взять просто и захватить Европу. Она богатая. Войти в Евросоюз. Конечно, и войти в Евросоюз, захватить Европу. А всех украинцев хватит. Там же столько добра вообще, прекрасно. Присоединить к себе Польшу и царствовать, пановать там. У нас выбора не было. Они бы напали на нас, и было бы все в 10 раз хуже. Путин 8 лет тянул. 8 лет. Вот денацификация. Процесс многослойный. Я вообще сразу скажу, что в этом смысле мое мнение абсолютно радикальное. Я считаю, что даже само понятие «Украина» не должно существовать в будущем. И понятие «украинец» не должно существовать в будущем. Дело не в нашем политическом режиме, не в чем-то другом. Просто им не нужна такая большая, самостоятельная страна, как Россия.